по-любому туда. Так этого, по-моему, вообще в другом месте каком-то. Это, по-моему, вообще другой город, что ли, или... Член его знает. Блин, тут какой-то чувак лезет, что ли, ко мне, не пойму. Ладно, куда лучше-то? Давай сюда. Погнали. Наверх. Все, сейчас вставим ему по самой гланды этому райзу. Солнечной батареи или что это? Только смотрим. Не, не хочу рисковать даже прыгать. О! Бегом. Бегом. Почему-то мне кажется, что нам по-любому надо на ту высотку идти. О, куда же счет-то? За нами вроде бы не... Так, мы вот что-то устали, походу, немножечко. А, так вот, все, мы пришли. На этой шель крыше сражаться сейчас будем. Вставим ему. За его проделки гребаные. Ой, что это там летает? Вот безопасная зона. А, подожди, так это наша зона вроде. А куда же нам тогда? Выход из безопасной зоны, не понял. Ну и где этот гад? Вообще не понял, что-то куда нам идти. Ну вот, смотри, я в безопасной зоне, так? Хорошо. Так, здесь входа нет. А, понял. А-а-а, все, пипец, говорю ж, через жопу идти надо опять. Райс made a deal with the GRE. Now he's about to escape from Haran with the rest of Zara's research. I can't let that happen, and Rice knows. Так, ну чё, пипец. Надеюсь, наш путь будет мягок. И нам не придется через его людей проходить. Вот нечестно, но если он хочет один на один, пускай один. Кстати, я это место знаю, мы тут уже были. Я только хрен знает, куда идти. Мы были тут, но я не... А, наверх, по-моему. А, нет, стоп. Еб твою, тут это самое закрыто. А, вот, вот, вот сюда. Судя по всему... А, мы были, я просто не захотел открывать, наверное. А хотя нет, я здесь как раз таки открывал. Видимо, нам новые кто-то положил сюда дела эти все. Ящики я вроде бы эти уже открывал, насколько я помню. Либо это просто все места здесь такие похожие. А подождите, а у нас сколько уже игры? 92% пройдено. Ну, по-любому битва это будет последней. А, вот. Блин, грёбаное место. Бежали. Хотя нет, не будем пока бежать. А, нет, вроде путь свободен. Представляете, огромная толпа вываливается. Там огромная толпа зомби вываливается отсюда, бежит за вами. Это было бы жестко. Достаточно. Ну, стрёмненько, я бы сказал. А, подожди, так это... Ёб твою. Охренеть. Ну-ка, давай все на эту сторону, ребят. Там вот вроде вход, нет? А может поплыть просто тут мимо? Они будут падать к нам. Здесь никак не пройти. А почему бы и нет? Тем более тут пробежать. А, не бежать-то нельзя как раз. Ну, они за мной падать сейчас будут все. Они боятся, видимо, не хотят. Ну вот и все. Надеюсь, это было... Это... О, блин, это было все. Это грёбаное место, я помню. По-моему, я здесь по трубам мучился, лазил. Или не это? Нет, это место я не помню. А хотя... А, ну, зайцу. Может, помню, может, не помню. Вообще, насрать. Так, теперь только вот понять, как тут поступать дальше.
Ёпта. Так. Ну, судя по всему, на трубы, вот на эту, наверное, потому что она ниже всех. А, нет, с этой стороны. Хоба. Так, ты все. Достаточно легко, да. Только я промахнулся почему-то. Ой, подожди. Но здесь главное не упасть. Разбежаться, чтобы побольше, я не пойму. А, все, понял. Понял. Вот по этой балке. Сюда и вот сюда. Отлично. Все, пошли драть задницу Райзу. Вот этой вот хренью его чувака. Скажем, смотри, видишь, она испачкана. Твоим другом. Это все, что от него осталось. Остальное я сожрал. Так. Стоп, а я зря, наверное, вышел, да? А, нет. Стоп, а как же тогда, ёпарс, это... А, мы здесь. Ну, это мы знаем, что мы здесь. А... Чё? Не понял. А, может, наверх забраться? В чем прикол-то? Я ничего не пойму. Нет, сюда никак. Что-то оббегать мне неохота. Наверное, придется. Побежали по камням, а то... то мало нас заденут. Кстати, вот это оружие, которое у нас сейчас в руках, это оружие этого. Оружие одного из бойцов Райса. Райса. Ну, хрен знает, как его там правильно. Попрыгали. Быстрее, ёп! Я вспотею сейчас. Ну давай, что ж ты делаешь-то? Только, пожалуйста, быстрее. Самое главное, камикадзе, чтобы не было. Быстрее, бляха ты, муха. Закрывай за собой. Закрывать за тобой не учили, за собой. Нельзя почему-то. Ну ладно, бывает. Опять по дерьму будем ходить. Мне кажется, я правильно иду. Ну, наверное, да. Судя по тому, что здесь был вот это желтое... Желтый крючок. Фу, желтое колесо, которое мы крутили. Вентиль. Наверное, просто так его туда не нарисовали. Опа, как я вовремя упал. Прятаться можно было. Ну, заберись ты, чё ж ты делаешь-то? Ну, эти зомбари, они нам не страшны, в принципе-то. Был бы неплохой навык вставать быстро. Вот эти... Стоп, я назад, что ли, пришёл? Ёб твою дивизию! Не понял, какого это хрена? Ребята, ну чё за фигня? Бляха, ты муха. Назад приперся, походу. Или нет? Не, вроде не назад. Ты же вспотел. Ну, когда я говорю вспотел, это я имею в виду так. Запереживал. На самом деле. Ну? А, я думал, ночь. Было бы нелогично. А где, интересно, прячутся эти твари-то, вот эти ночные, я забыл, как их называют. Куда они уходят? В любые места подземные, что в темные, или что? Надеюсь, оружия достаточно у нас, чтобы замочить Райса. Более этот ножик, который у нас сейчас можно починить целых 3 раза. Я охренею, если нам надо будет лезть на самый верх. Я уже достаточно давно играю, там, наверное, уже бегов 100 точно не снимал. Но, по сути нам... А вот эта тварь, наверное. Ладно, не важно. Нам, по сути, вниз. Нет, я это место помню. Нет, на ту сторону тоже не вариант. Скорее всего, вот здесь, да.
Я помню это место. Я уже это говорил. Да. Переть нам немного придется побегать. Аптечек у нас 7. Ну, хотелось бы, конечно, побольше. Получается, мы пришли назад в нашу трущобу. У нас здесь есть башня. Кошка нам не нужна. Зачем прокачивал, спрашивается. Может, просто поздно заметил. Блин, только не говорит, что опять в грёбаную канализацию переть. Нет, вот там, наверное, обойти нужно. А нахрена я с моста спускался? А, да, там же никак не обойти. Слушайте, я прям не знаю. Мне неохота, конечно, сейчас тут... Почему-то, мне кажется, тут как-то пройти. Не, вряд ли. Пошлите туда. Почему-то, я говорю, наверное, все-таки кажется. Так, во-первых, давайте найдем способ забраться на эту часть моста. Если я иду неправильно, я... У меня, не знаю, я офигею просто. Ой, давай сюда. Молодец. И... Блин, ну... Блин, вряд ли. Если бы кошка была, я бы забрался по-любому. Хотя, хрен его знает. Чё-то мне это не нравится. То, что я сюда не могу забраться. Да. По-моему, не вариант вообще. Да, не вариант. Ну что, будем искать способ туда попасть. Погнали вот по этой стороне. Может, там по мосту как-то, я понятия не имею просто. Ну, скорее всего, тут как-то наверх забраться. Ой, фу, что это там такое? Кто-то броняет? Броняет, что ли? Чувак этот, наверное. На плакате который. Ну что, бегом? Конечно, бегом. Ну, тут опять, видите, вот по этим скалам хрен знает. Мне кажется... Не знаю, может быть, там тоже могли мы забраться. Откуда это что прибежали? Тварь, ну тут одни скалы, бляха ты, муха. Что-то попасть-то. Вау-вау-вау, тут что-то высоковато перебрал я. Сразитесь с Райсом на крище. На крище, Вася! На крище. Ну ты охренел, что ли? Не пойму. Мы не в то же место случайно... Пришли, нет, никто. $15. Ну чё, к бабушке звонили, походу. Блин, да вы... Пипец. Я, знаете, я, наверное, просто офигею, если окажется, что может мог быть какой-то более простой способ обойти там, где мы сейчас были, откуда мы, собственно говоря, пришли. Но почему-то мне так не кажется. За нами уже там бегут. Да, умно было автобусом перегородить. Все, пипец, надо лезть, походу. Хотя вот вход какой-то. Зайти внутрь. Вы переходите в заключительную часть игры. О, эта часть проходит в одиночном режиме. Вы не можете вернуть к другой локации. Вы сможете вернуться к исследованию Харрона после завершения игры и загрузки последнего сохранения. Вы хотите продолжить? Да. Ну, мы можем, конечно, дополнительные задания выполнять. Я же говорил, что это заключительная часть игры. Зомбарей тут не будет? Блин, что за звуки? Штаны уже мокрые стали. Такие... А, бегать-то мы можем, кстати. Ничего не вижу, какого хрена, блин. Сейчас энергия восстановится, наверное. Во, все нормально, нормально. Тихонько, помаленьку. Сейчас там Райс по-любому, нет? Хотя нет, нам. Much better. It is fitting that an orchestra plays when kings clash.
ничего не понял. А куда идти-то? Бляха-муха! Надо действовать... Быстро! Чар, уйдите от меня. Мне нужно сообразить, куда двигаться дальше. Да какого члена это было? Это кто, ёб твою дивизию? А кто это такой? Ёб. Может, он меня чем-то кинул? Скорее всего. Бляха-муха. Писец какой-то. Может, сюда? Может, сюда реально как-то? Вот ублюдки. Куда я пришел вообще? Стоп, а куда это нам? Сюда? А, убежать от стаи зомби. Понял. Ёб, зомбарь бежит. Огромный. У меня энергии не хватит, наверное. Быстрей! Чары. Вау, уйди, пожалуйста, тварь. Ёб твою, куда бежать? Куда-то вниз. О, скоты, ёб. Дети, нет! Только не дети. Я не вижу этих. Ууу, писец. Уйди, сука! Уйдите в член все от меня. Почему? Почему не действует это? Почему не действовала эта функция? Я нажимал во время бега Б, а почему она останавливалась на месте просто? Так, бежим. Поигра. Давай. Крен, не тупи, самое главное. Ты можешь, ты сильнее. У тебя адреналин в крови должен быть. А какого-то хрена ты сдаешься? Для тебя. Так, ну я же его слепил. В чем? В смысле? Сделал ему нехорошо. Так, отдыхаем чуть-чуть. Если мы, конечно, отдохнули. Сука, даже тут просрал. Сейчас мы кое-что почитаем. Навыки. Какие навыки нахрен тут некогда. Тупая игра, ну что он делает? Тупая игра, ненавижу ее. Наверное, концовку ненавижу. Сделано очень тупо, ребят. Может быть, тут поверху надо как-то бежать? Да, скорее всего. Да, давайте попробуем сейчас поверху побежать. Там, может быть, реально. Может, это сыграет большую роль. Хотя вряд ли. Крен, даун. Даун, даун ты. Это невозможно пройти так. Ну давай, ну чё-то он не бежит. Аптечек нет, ребят. Как вам это нравится? Зашибись игра, да? Аптечки тратятся, а этих чекпоинтов ни хрена нет. Офигенно, да? Обожаю, блин. Грёбаная игра какая-то. Грёбаная концовка. Да, ну, бред, ребят, уже какой-то. Честно. Да не, что-то уже не то, все.
Эх, ну что же, могу поставить за игру, в принципе, 4, ну, из 5 баллов. Ну, это чисто мое мнение, я не говорю, что это всем, нет. Это просто я имею в виду, мне настолько на 4 балла она понравилась, может быть, да? Ну, или там, ну, не важно, по 10 баллов, если, может, на 7 где-то, да? Вот, а так, за вот эту вот концовочку, просто 2 балла я хочу поставить лично я. Мне она очень не нравится. Так, сейчас быстро смотрим. Где тут ловкость это? Сейчас посмотрим. Вот здесь. Так, не то. Так, в стороны назад. Так, это не то. Блин, а где это... Ой, умение, которое позволяет нам бегать быстрее, что-то там. Так, сейчас можешь вот это. Так. Вот, наверное, вот это. Ну, в принципе, так и было у нас все. Опять глюки игровые есть уже, я это заметил. Так. Тут самое главное, куда-то правильно убежать. Что происходит вообще? О, хрена. Может, нам прыгать куда-то? Да, за мной идут уже, по-моему. Типа мы крутые, да? Зашибись. Фуф. На шипы чуть не прыгнул. Аптечек-то нет, что делать? Чертежи. О, аптечку можешь делать. Ну зашибись, ребят. Я не смогу, я сдохну, если сейчас. Чё? Чё ты мне чем кидаешься, что ли? Да, если Крейн, если ты будешь так тупить, то ты его по-любому не достанешь. Супер, ты Крейн, какой ты даун. Ну хоть отсюда начали. А куда идти-то, я тогда не пойму. Спускайся, тварь. Долбохрен наш Крейн, ненавижу его. Ладно. Блин, да куда идти-то, сука ты? Тварь грёбаная. Хрен ли ты меня говном каким-то кидаешься? Да Крейн, ну что ты такой тупой-то, а? Ну ёб твою, а? Может не сюда, я не знаю, а? Ну ребят, ну по-любому сюда же. Раз, раз, ну. Куда теперь, сюда может? Наверх, ну давай. Так, куда теперь? Обернись-то уже, наконец. Только бы не его люди были бы. Так, все, давай на лифт. Да, на лифт. Скотина, ты если ты меня сейчас скинешь отсюда, лифт остановишься, я не знаю, что я с тобой сделаю.
faster, goddammit. Я не уверен, что мы сейчас до крыши прям до самого доберемся. По-любому сейчас задница какая-нибудь будет. Да, зашибись, добрались. Не до конца, конечно же. Уйди ты, сука, я столько прошел. Хотел его столкнуть. Твари, бляха, могу куда бежать? Вот сюда, наверное. Допрыгну, нет? Да, допрыгнул. Оу. Christ said you would come. You've been shot. What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Christ betrayed us all. Yeah, I'm on my way up to Cream. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid the mines on the two floors above us. Go through the second block. As high as you can. And you can. Здорово. Ты меня ждал, потом сдох. Goodbye, Cream. Я у тебя хотел что-то купить. Так. А чё это нам... А чё нам куда-то туда показывают? Типа на кран прыгать, что ли? Не понял. Почему цель там указана? Он сказал... Ну ладно, давайте попробуем. Пипец. Ну и что дальше? Карим managed to warn you, did he not? I was right. Some might think it unsporting. Стенка на стенку. Удачи. But I consider it a matter of, let us call it, leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? Ёбаная хрень. Уйдите, твари, уйдите, мало мне, блин, вас. Сукин звук еще. Да умрите вы. Дашь куда-то прыгать-то, не понял. Ты куда? А чё нам сюда куда-то? Да уйди ты, тварь! Куда идти-то, я не пойму. Походу, вот по лестнице пойду. Бляха, ты муха, уйдите вы все. Пипец. Членах, идите вы все. Звук пердит еще. Так, ну что здесь? А, здесь-то пройти нельзя. Ну пофиг, буду думать зато. Как же меня достали-то, а? Как же меня достали, уйдите вы. Иди ты сюда. Звук еще. На, блевальщик, хрен. На тебе еще. Все, блин, ты, сука, еще жив. Иди. Ох ты, козел, ну-ка. На всякий случай. Все, чиним. Так, эти, давайте думать, что. Теперь надо как-то. Что-то, мне кажется, я не допрыгну до туда. Но другого пути нет, видите, да? То есть нам. Су! Браво, маэстро, ёпт. Ёпт, маэстро, ёпт. А давайте пробовать, реально. Согласитесь, это единственный способ. Давайте прыгать. Прям вот вообще дико прыгать. Так, не получилось. Еще пробуем. Сейчас будем дико пробовать. Надо пробовать. Бляха, рано прыгнул. Идите, твари. Ну куда же бежать-то, ё-моё, я не понимаю. Друзья, подскажите мне.
Ужас! Ну блин, ну куда бежать-то, ёпарасете? Кончал я на эту игру. Это хрень. Понятная, блин. Куда идти-то? Ну, куда дальше? Так, ты. Ты мне мешаешь. Ты тоже. Все, вроде сдох. Ну что, будем думать. Раз. Сюда мы прыгнули. Ну а дальше-то чего? Чё дальше-то? Тут, ну что, тут как-то. Понятия не имею, честно. А, тут все чисто. Слушайте, может вниз как-то сюда спрыгнуть? О, не, точно не сюда. А, во, пипец. Ну я даю. Чё-то я под конец тупить жестко стал. Так, а тут по-любому... Не толкайте меня! Смешно. Вот это мясо. Вот это мясо! Ёп, сука! Повернись ты уже, беги. Не хочу я никого мочить. Тут останавливаться у меня никакого желания нет. Сука, ты крень. Ты меня... Кстати, я не знаю, как прыгать по этим балкам. Это, мне кажется, сейчас жесть будет настоящая. Потому что... Видите, да? Так. Так. Эффект падения. Поджилки трясутся. Но если этот зомбяк здесь, значит нам по-любому сюда. Вау! Не видел этого жиробаса. Блин, ребят, я уже раз 30, 40, 50, наверное, сдох. Чары. Да блин, ну суки, ну бесите, а? Ну что ж такое-то, а? Кончал я на вас всех. Идите в член все. Уй. Да бляха ты, муха. Уже материться охота, честно. Что ж такое-то? Может, куда-то сюда, я не знаю. Но это бред. Там невозможно прям пройти. Все, мочить их будем сейчас. Да сука, ну как? Вот от... Пипец. Да с... Ниже... Как тебе там? Да умри! Я всю бошку обстрелял уже. Бомбит уже. Может, сюда? В любом сюда. Я ебал вас всех. Упадешь, я тебе башку оторву. Что дальше делать? Сюда. Блин, как далеко лезть-то? Это же задница полная. Я уже там сколько не снимал. Два часа, наверное. Скоты, валим отсюда, там бомбит у всех. Да уж, ударился-то я не раз. Еще одна самая высокая точка. Походу сегодня я не смогу все выложить, потому что слишком много не снимал. Сжиматься будет капец долго. Не сжиматься, просто рендериться как бы. Не рендериться там, нет такого понятия. Компрессироваться. О. Я научил его летать. Что там долбит кто-то? А, подожди, а нам на кран, что ли, или что? Или вот здесь? Нет, здесь никак. Наверх показывают. А, ни хрена себе. Чё? Что это было? А, типа успеть нужно. С
сука, куда прыгать-то, я не пойму. Там пипец, там он это самое, долбанется башкой. Пошел его отстрелить из него. Не пойму, куда. Блин, а куда прыгать-то, я не пойму. Не знаю, я отдаешь решающий голос. Давайте до конца что ли запишем. Сука, я не пойму, куда прыгать. Конец какой-то долбанутый, блин. Может подождать, пока он... А, может на эти штуки, на желтые. Вообще попробуем. Да, конец. А мне показалось, они вообще плоские. Бывает. Ладно, нормальный конец. Это я что-то долбанулся под конец. Переиграл, наверное. Видали, часть клишни уже все. Мозги в кучу. Ну я пройду у тебя, засранная игра. Что думаешь? Ты что, не видел? Он там это самое пальнул. Гранатомета. Блин, пипец, смотреть вниз, я бы так никогда, наверное, не смог. Крейна, наверное, это иммунитет к высоте. Я так и знал. Я хотел, знаете, что сказать? И говорю, спорим, я не допрыгну с первого раза. А что ж делать-то? Походу, не здесь как-то проходить нужно. Или здесь. А вот хрен знает. Другого пути-то нет. Да, есть. В реальной жизни бы это было почти практически невозможно. Здесь уже по подсказкам лезем. И давайте. Вперед. Сука, ты что такое-то будешь делать? Ой-ё, какой корявый конец получился. Ну бывает, ладно. Я учусь проходить игры. Если у меня будет 50 пройденных игр, может быть, и такие штуки я буду проходить уже с первого раза. В будущем. Тренировки. Раньше я... Раньше бы я такое вообще не смог так пройти. Давай, Крейн. У меня там уже, наверное, сколько чуть-чуть осталось места на жестком диске, давай быстрее. Ну, хотя нет, там, в принципе, 300 гигов. Наверное, я на 300 гигов-то не снимал. Ну, это я имею в виду свободного. Если бы все было открыто, я бы, конечно. Ладно. Какая катсценка интересная. Ну все, походу, можно просто смотреть. Хотя нет, сейчас по-любому махаться с ним будем. На чем будем? На дробовиках, на чем? Hundreds, thousands, perhaps billions. Hundreds. Миллион. Сука! Вот я лох. Какую АТО надо было нажимать? Английскую, походу, да. Hundreds, thousands, perhaps billions. Да, английскую. Я что-то не на ту нажал. You are right about one thing, Crane. Suleiman, he's dead. Да сука, чё ж ты будешь делать-то? Я не пойму, а? Я кончу сейчас на него. Вы охренели, блин. Чё ещё нажимать? Дед. Сука! Блин, ну какого члена это происходит? Дальше Д. Какие еще ты будешь буквы? Давай, на клавиатуре держу руки. Д, давай. Я, может, все подряд нажимать, давай. Ч
Что дальше? В. Я нажал В, какого фига? Ладно, сука, с буквы С начали, я думал с В сейчас начнем. Ну ладно, бывает. Я уже даже выучу, что он сейчас будет говорить. С буквы В жмем. Жми. Сейчас по-любому дальше Е будет. Чё дальше? А! Блин, ну это нереально нажимать, ребят. Как так можно-то? Просто что ли нажать? Попробуем. А, просто нажать. Все, а я жму. Легко тогда. Просто надо увидеть, что там написано. Все, все, легко, все понятно. Писец полный. Капец. Сулейман is dead. Давай, В дальше. Или Д. Д буква, дальше В идет. А дальше что, Е? Нет. А, опять. Не опять. Жми, пожалуйста. Есть, вроде отжал. Так легко? И развернул. Мочи, гады, чё ты мне? Да как он жив-то? Идиот. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. А, ну тогда нормально. В член ему это воткни, он будет мучиться. Хотя не надо. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. Good. Take your vengeance. Will you just shut the fuck up? Отруби ему язык. Че еще нажимать надо будет? Ты как жив, ты еще не пойму. Я блевану. Второй рукой не пробовал его скинуть, просто взять его за руку и все. Get the rest of the research and come with us.
fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. Теперь назад придется спускаться. Неужели это не конец игры? Я имею в виду намек на продолжение, что ли? Ничего, он дальше. Hello, Crane. Хотя нет. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are... Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. All right. Hey, we'll talk about it next time I see you. This is Io speaking. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Чё? Good night. А, как всегда, спокойной ночи, говорит, там все дела. Я скажу вам, что мы прошли игру Dying Light. Прикольная, нормальная игра, я скажу, да. Поставлю ей, да не буду ничего ставить, просто скажу, что мне понравилось. У нее есть свои фишки, ну, почему она мне понравилась, по каким причинам. Вот, ну, были небольшие косячки, особенно в конце, это пипец какой-то, вот. И, наверное, я не люблю игры по зомби, не особо меня не тянет к ним. Не считая Dead Space, это да, но это достаточно мне приглянулось. Вот. Ну что же, давайте, короче говоря, всем удачи в прохождении. Не повторяйте моих ошибок. Играйте не умирая, не подыхая напрасно, не лажайте, как я иногда. Ну, я учусь пока. Ну ладно. В общем, всем удачи и до новых встреч. Пока.